президента Республики Таджикистан, о награждении президента Республики Узбекистан Мирзоева Шавката Мирамоновича орденом за заслуги первой степени. Соответственно, со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю за выдающиеся заслуги по укреплению межгосударственных отношений, расширению дружественных и добрососедских связей между таджикским и узбекским народами, развитию взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, наградить президента Республики Узбекистан Мирзоева Шавката Мирамоновича орденом за заслуги первой степени. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 июня 2021 года. Предоставляется президенту Республики Узбекистан его предоставительству уважаемому Шавкату Мирамонову.